сын мой. Сынок, прости. Это я, сэр, Сэнди. Чарльз, сынок, мы нашли источник на мне проклятий, как на египетских пирамидах. Чарльз, мальчик мой, берегись этого дьявола-носителя зла. Статуи, сэр. А, страшные колдовские силы, повелители Атлантиды. Чарльз, прости меня. Смотрите. Город на дне Атлантического океана. Это невероятно. Это не город, а страна. И она хорошо известна вам. Это Атлантида. Атлантида. А, бросьте, Чарли. Все это сказки. Нет, нет, Грегори, не сказки. Атлантида – загадочная страна с высокой цивилизацией. Это Троя, город третий. Здесь мы отдохнем. Третий? А что стало с первым и вторым? Исчезли под водами внешнего мира. Навсегда. Как? Разрушились? У всего есть начало и конец. Мы можем многое, но время нам не подвластно пока. Когда-нибудь и остальные 5 городов тоже исчезнут. 7 городов Атлантиды? А греки думали, что их было 9. Платон не всегда был прав. Вы знаете нашу историю? И намного лучше вас. Но откуда? А сейчас продолжим наш путь. Быстро. Вы с отцом знали, что здесь находится, и ничего не сказали мне? Я хотел вам все сказать, Грегори. Но мы боялись, что вы поднимете нас на смех. И оставили меня в дураках. Да за это полагается... А, ладно, что уж теперь злиться. А если бы мы сказали вам правду, вы бы пошли с нами, Грегори? Не знаю, Чарли, не знаю, но в следующий раз доверяйте мне. Хорошо.